Я о тебе мечтаю, я о тебе пою. Эти прекрасные слова для каждой женщины, сидящей в зале. Они чудесным бальзамом ложатся на сердца трубопрокатчиц и создают прекрасное весеннее настроение. Мы в восторге, нам очень приятно. Мы девочки, мы любим все милое. Мне это очень нравится. Что кроме работы, можно еще как-то отдохнуть, куда-то сходить, принять какое-то участие в каких-то мероприятиях. Это очень полезно даже для поднятия рабочего настроения, скажем так. На сегодняшний день в Т1 работает 1300 человек, из них 700 – это женщины. На их хрупкие плечи каждый день ложится серьезная ответственность по выпуску качественной продукции. Тем ценнее каждая сотрудница для руководства цеха. У нас очень много женских профессий. Это кран-машинисты, это резчики трубы заготовок, это сортировщики. То есть выпуск продукции в нашем цехе без женского коллектива был бы точно невозможен. Мне кажется, женщина по своей природе гораздо четче и лучше видит изъян. И вот изъяны на трубе находить, это именно, наверное, такая прерогатива женского коллектива нашего цеха. Поздравлять прекрасную половину Т1 с Международным женским днем – это добрая традиция, которая существует уже много лет. Правком и руководство цеха всегда очень трепетно подходят к подготовке к празднику, чтобы все было в этот день по-весеннему. Наших женщин мы любим, уважаем, ценим, стараемся заботиться о них. Мы сегодня будем поздравлять лучших женщин, которые показали высокие результаты в труде, в общественной жизни цеха, дарить им цветы. И надеемся, что сегодняшним нашим праздничным мероприятием мы поднимем у них настроение. Женщины любят, когда им дарят внимание и заботу. Искренние улыбки, сияющие глаза – подтверждение того, что сюрприз для трубопрокатчиц получился душевным, а аромат свежесрезанных тюльпанов добавил им весеннего настроения. Ольга Демьянец, Игорь Соколов, Алексей Корепанов. Новости 11 канала.